Беларусь должна принимать меры для своей безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Госкомвоенпрома Романа Головченко. На встрече шла речь об итогах работы ведомства, выпуске новейших образцов вооружения. В Беларуси уже создали ракету средней дальности. Сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. Речь также шла о выполнении поручения президента по модернизации предприятий оборонного сектора. Сегодня более 70 государств имеют на вооружении своих армий современные образцы военной продукции белорусского производства. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел принимает участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Владимир Макеи выступит на заседании Совета безопасности, посвященном сотрудничеству ООН с региональными организациями в укреплении мира. Под председательством Беларуси пройдет 5-я министерская встреча группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. Также глава белорусского внешнеполитического ведомства примет участие в мероприятиях высокого уровня. В Березинском заповеднике прошел мифологический фестиваль «Шлях Цмока». Гостей праздника приветствовали герои народных сказок – Болотник, Домовой, Злыдня, Зюзя Поозерский. Был и сам повелитель белорусских озер и рек – Цмок. В программе игры и мастер-класс по традиционным танцам, а с наступлением темноты – концерт и экскурсия по мифологической тропе с фонариком в руке. Следующее путешествие в мир легенд через год. Организатор обещает, что путем белорусского дракона пройдут также мифологи из других стран мира. We'll be right back.